Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Поставьте плюсик, если меня видно, слышно. В нашем чате сегодняшнем людей не так много. В принципе, зарабатывать хотят действительно далеко не все. Точнее, хотели бы зарабатывать все, но действовать, разбираться в чем-то, читать, узнавать чего-то новое, далеко не все, скажем так, хотят тратить на это свое время, потому что у них есть важные дела. Я знаю, днем есть передача, раньше была в рабочий полдень, например, да, больше хороших товаров по телевизору, потом Малаховские шоу, потом у нас будет «Поле чудес» проходить в то же самое время, что и вебинар Григория Мирошниченко, на котором он будет сегодня обучать, как создавать партнерские структуры, как работать с людьми, какие методы и способы устраивать. Но огромное количество людей прилипнут к телевизору и будут слушать очередной, скажем так, выпуск «Поле чудес», где люди будут передавать привет всем тем жителям деревни, из которой они приехали на телевидение, будут дарить подарки, то, что смогли вырастить на своих огородах, да, либо увезти из предприятия, на котором они работают. И все это Леонид Якубович. То есть огромное количество людей тратят свое время именно таким образом. Вот. Хотя никаких претензий, кстати, к Якубовичу нет, потому что действительно хороший человек, хороший ведущий, актер, артист, да, он снимался в многих фильмах. Но вот так проходит жизнь зачастую. Вот. Всех хочу поздравить, кто проживает на территории Российской Федерации, в первую очередь, и целого ряда стран, да, у кого зима, с хорошей зимой. Вот. Мы ее ждали весь декабрь, и вот она наконец-то пришла. Да, то есть белые сугробы, белый снег, хорошая погода, около 10 градусов мороза и больше. То есть, ну, та самая погода, которая говорит о том, что на дворе зима, и можно ходить на лыжах в выходные, можно больше ходить на улице, можно кататься на коньках, на санках с детьми и внуками. Вот, сейчас огромное количество устройств, позволяющих с горок кататься, пластмассовые, надувные и так далее, и так далее. В моем детстве всего этого не было. Вот, приходилось, скажем так, заниматься нехорошими делами, разбирать веранды детского сада. Там была пластмасса, на которой можно было кататься с горки. Итак, коллеги, это по вашим плюсикам в чате я понимаю, что все хорошо, слышно меня хорошо. Кстати, вот Светлана написала: в Питере минус 17. Вы знаете, сегодня обещали, что должно там было быть не более 11, а завтра еще потеплеет. В Москве, наоборот, должно похолодать. Поэтому, Светлана, осталось немного, завтра будет теплее. Минус 17 в Питере переносится, конечно, гораздо тяжелее, чем в Москве, либо чем в Сибири. Вот. Очень хорошее сообщение прислала Елена. К сожалению, не могу его прочитать. Слишком много букв и цифр. Вот. И как-то не взаимосвязаны они между собой. У меня не выстраивается это предложение, поэтому если есть что отправить, скажем так, в том виде, в котором я смогу прочесть, буду вам благодарен. Итак, коллеги, у нас сегодня с вами порядка 20 людей в комнате, да, то есть, как я говорил, не так много. Ничего страшного, Елена, не извиняйтесь, вы плохого-то, в принципе, ничего не сделали, я думаю, что это как бы не какой-то вирус, да, который наша система антивирус не распознает. Вот. Ну, мы сами иногда бываем детьми, Людмила, вы знаете, да, то есть не всегда дети нам помогают писать такие сообщения, хотя бывают животные, да, вот вы сидите, что-то изучаете. Если у вас дома есть кот, почему-то он обязательно должен лечь на вашу клавиатуру. Вот. Либо перед вами, между камерой, да, и вашим лицом. Такое бывает. Вот. Кстати, вы видели, иногда в новостях по телевизору показывают, слоны умеют рисовать. Вот. И рисунки слонов очень дорого стоят. Вот. Недавно показали слона, который действительно что-то вменяемое рисует. Не просто хоботом водит, а даже на что-то похоже. Итак, коллеги, сегодня у нас будет идти вебинар касаемо партнерской программы компании Skyway Capital, которая, по сути дела, введена в действие с 18 января 2016 года. То есть с этим маркетинг-планом мы живем пятый день, даже не полный пятый день, потому что с 20.00 18 января старый маркетинг был убран и ввели новый маркетинг-план компании Skyway Capital. Кстати, есть ли у нас сейчас в комнате те, кто с ним еще недостаточно знаком? Если такие есть, поставьте цифру раз. Ну, один. Желательно арабскую, чтобы я понял. Вот. И мы сегодня кратко разберем этот маркетинг. Вы сможете задать вопросы касаемо маркетинг-плана, да? Вот. Я не знаю, может быть, даже вопросы касаемо не только маркетинг-плана, если у вас таковые имеются. Как я понимаю, скажем, в комнате находятся все те, кто, в принципе, с этим маркетингом знаком. И, возможно, уже, скажем так, стали зарабатывать деньги по этому маркетинг-плану, да? Так, хорошо. Но, тем не менее, у нас есть, скажем так, время, которое вы, возможно, готовы потратить на то, чтобы еще раз послушать о маркетинг-плане. Будете послушать информацию, то есть мне повторить основные положения маркетинга, его преимущества,
Дайте мне знать, пожалуйста, в чате. Вот Людмила из Днепропетровска. Спасибо, кстати, вы бываете действительно почти на всех вебинарах. Написала «да». Вот, ага. Александр, Санкт-Петербург. Но, в принципе, если вы не готовы слушать, у вас есть возможность нажать кнопочку «выход», да, и покинуть эту комнату. В принципе, мы сильно не расстроимся, я думаю. Да и вам зачем время тратить? Вы найдете чем заняться, правильно? Так, гостей пригласили, для них надо очень. Ну, вы знаете, ни один человек, находящийся в комнате, не откликнулся, что он гость. То есть, если есть таковые, я говорю, поставьте цифру 1, просто на клавиатуре 1 нажмите в чате здесь, да, и чтобы эта информация поступила мне, чтобы я визуально увидел, что такие имеются. Вот. Потому что, вы знаете, да, иногда мы приглашаем гостей, но гости почему-то не приходят. Как правило, гости не приходят, знаете, куда? Тогда мы, скажем так, их приглашаем действительно разобраться в чем-то и заняться. Если мы пригласим гостей и скажем, что у нас есть такая подмерзшая бутылочка водки, да, есть пельмени в морозильнике, либо там колбаса нарезанная, либо салат оливье, вдруг откуда-то в наше тяжелое время образовался у вас в холодильнике, вы знаете, высока вероятность, что они придут. Вот. А когда, скажем так, вместе вершить какие-то дела добрые, при этом еще вы пригласите и сказать, слушай, приходи, я тебя научу зарабатывать деньги. Вот тут возникает проблема. И причин может быть тысяча, да? Кто-то просто, скажем так, не придет подумать, да чему он может меня научить? У меня 3 высших образования, да, и я не умею зарабатывать, а ты мне вдруг что-то расскажешь, и это бред, такого быть не может. Вот. Кто-то не придет, потому что ему потом, как вам сказать, нечего будет сказать в ответ. То есть вы ему расскажете способ, который позволит этим людям зарабатывать деньги, да, ему будет стыдно, что он это делать в дальнейшем не будет по своей лени там или чему-то еще. То есть это еще один, скажем так, вариант, почему люди не приходят узнавать, как они могут зарабатывать деньги. И таких вариантов может быть множество. Вот я думаю, у нас на одного человека меньше стало. Я так предполагаю, что товарищ из Санкт-Петербурга нас покинул, да? Ну, хорошо. Итак, коллеги. Компания Skyway Capital, по сути дела, это инструмент, да? На завтра в Питере встреча, она состоится, туда можно знакомых пригласить. Светлана, вы знаете, я вот как бы до глубины души уверен, что эта встреча состоится, потому что по этому мероприятию сделана специальная рассылка по базе адресов нашей компании. Я даже знаю людей, вот сейчас вижу тех, кто этим занимался, да, то есть потратил на это время, разобрался, как это сделать и донес, скажем так, до большой базы наших клиентов, что у нас в Питере состоится мероприятие. Поэтому приглашайте своих знакомых, конечно же. То есть люди вживую могут прийти, увидеть информацию, получить информацию точнее, да, увидеть лидеров, которые работают в нашем бизнесе. Вот. Может даже сразу чему-то научиться вот на этой встрече. Они могут взять с собой кого-то еще. Плюс ко всему, как я сказал, в принципе, завтра в Питере потеплеет, скажем так, и передвигаться будет комфортнее. Вот. Поэтому если у вас есть такое желание, да, если вы сами хотите прийти и кого-то пригласить, я вам настоятельно рекомендую это сделать. Вам в дальнейшем, я думаю, что, я предполагаю, что вы человек, который имеет опыт, да, работы по партнерской программе, потому что вот такие встречи, они позволяют сделать следующий, точнее, скажем так, акцентирую внимание на следующем моменте. Вы, допустим, хотите донести информацию какому-то количеству своих друзей, знакомых, там, которые вас окружают, опять же, по каким-то причинам кто-то может иметь большее количество, скажем так, образования, чем у вас, вы будете говорить об инвестициях, они знают, например, что вы врач, там еще что-то и так далее. Эти люди, если они придут, они будут слушать человека, которого они не знают. Да? Как говорит Рэнди Гейдж, знаете, я думаю, кто знает, кто такой Рэнди Гейдж, поставьте цифру 5, пожалуйста, в нашем чате. Человек, который в индустрии MLM работает, по-моему, с 1974 года, если я не ошибаюсь, у него огромный опыт построения партнерских структур, и он в своих обучающих, скажем, мероприятиях, которые он проводит, мне в свое время удалось быть на 3 его семинарах, один из них был двухдневный, действительно, скажем так, встречи, которые длились больше, чем по 8 часов, они выдернули огромное количество гвоздей из моего черепа, да, которые мешали мне, скажем так, думать в мире именно построения партнерских структур и так далее. Вот. Причем он это намного упростил, убрал какие-то мои там лишние, скажем так, знания, сомнения касаемо всего этого вопроса. Так вот, он говорит, что для наших друзей, знакомых, родственников, как правило, экспертом в какой-либо области является парень в темном костюме с черным чемоданом из другого города. Да? То есть это... Он так это говорит, а у нас с вами есть в нашем народе пословица, что в своем отечестве пророка нет, правда ведь? Вот. И все у нас, проживающие сейчас на территории Российской Федерации, считают, ну, практически во всех областях, что бы мы ни купили импортное, оно точно будет лучше, чем наше. Это, наверное, скажем так, травма, полученная еще в Советском Союзе, помните? Когда в Москве, скажем так, было несколько магазинов, в которых периодически выбрасывали импортную обувь. Причем она была одной модели, но разных размеров.
И люди по 3-4 дня стояли, скажем, ночами с какими-то крестиками, номерами в этой очереди, заходили в этот магазин, и если что-то осталось, покупали сразу несколько пар. Себе, маме, сестре, соседу, соседке по площадке и так далее, и так далее. То есть вот тогда вот как бы импортного было мало, и все, что импортное, считалось лучше. То есть импортная колбаса солями. Вот те из вас, кто помнит Олимпийский год, 80-й, да, вот она тогда появилась. Вот, и почему-то с тех пор у нас зародилось, что все солями, которое въезжает в нашу страну из-за границы, оно вкуснее, чем наша колбаса. Вы знаете, неправда. Вот, тогда в 90-е годы стали заводить датскую солями, там еще какую-то. Вот если ее сейчас, на то время не было, скажем так, так называемых СВЧ-печей, они только появлялись, да, вот в наших домах. Если ту колбасу положить на сковородку, она, скажем так, превращала через какое-то время нагрева в какую-то общую массу, ну, пластмасса также плавилась, как та колбаса. Ну ладно, давайте оставим в покое колбасу. Вот, какое-то долгое вступление сегодня получилось, да? Но тем не менее, смотрите, то есть вот такие встречи, кстати, которые будут проходить периодически, я не знаю, я вас обрадую или нет, но наши партнеры и Ирина Волкова, и Нета Анжина, да, которые проводят вебинары обучающие по понедельникам и по вторникам, они работают с группами людей, которые заявили желание стать нашими региональными партнерами, лидерами. Как они сказали, в ближайшее время они уже спланируют целый ряд мероприятий в целом ряде городов, и не только Российской Федерации. То есть вот такие мероприятия, как в Питере, будут проходить и в других городах. И направлены эти мероприятия на что? На то, чтобы, скажем так, рассказать информацию вашему окружению о проекте компании Skyway. Да? И на этих же мероприятиях, я думаю, будут какие-то обучающие информации, поэтому вы сможете приглашать на них и людей, совсем незнакомых с нашей технологией, с нашей компанией, они получат эту информацию. И тех партнеров, которые, скажем так, уже приобрели какие-то пакеты акций, хотят чему-то научиться, хотят двигаться, да, хотят понять вообще, что делать теперь со всем этим делом, что они сделали, вот такие мероприятия будут у нас проходить. Поэтому приглашайте на них своих друзей, знакомых. Вот. Никого, в принципе, не притягивайте за рога, может быть, выражение не очень красивое, но тем не менее, не ушатывайте, да, не уплюшивайте людей. Вот, не доставайте их там сутками, потому что приглашайте тех, кого пригласили, придут те, кто придут. Так устроена жизнь, люди всегда делают выбор свой. Да? Ну вот завтра будет суббота, Светлана, я думаю, что какое-то количество людей, увидя какую-то передачу неожиданно по какому-либо каналу, подумают, слушай, идти в такую даль, блин, там куда-то в центр города Питера, да, какая-то там площадь и так далее, посижу-ка я дома. Вот. И запишу себе очередной рецепт приготовления, скажем так, свадебного пирога из хлебных крошек. Таким вот образом. Итак, коллеги, партнерская программа – инструмент, который позволит вам сегодня создать свой собственный бизнес, да, который может принести вам серьезный доход еще до выхода группы компании Skyway на мировой рынок транспорта с технологией и на мировой рынок инвестиций с теми пакетами акций, которые вы сегодня можете приобрести либо уже приобрели. Вот. Это может происходить буквально таким образом, что вы сегодня получили информацию по тому же маркетинг-плану, поняли, что в принципе здесь не нужно, скажем так, перетаскивать тяжести какие-то, да, не нужно, скажем, получать отдельного высшего образования в течение 3-5 лет, чтобы доносить эту информацию. А просто вы можете начать делиться информацией с людьми, у вас завтра могут появиться первые партнеры, и завтра же вы заработаете первые деньги. Это, кстати, одно из преимуществ партнерских программ, кстати, да. Вот. Поэтому я часто на партнерской программе, особенно вот по пятницам, в будние дни как-то, я не знаю, может быть, вечером у людей не так много времени, вспоминаю историю, которую мне рассказал человек, работающий, возглавляющий департамент образования компании, с которой я долгое время сотрудничал в MLM бизнесе. Она, тот человек, который, скажем так, запустил проект компании Mary Kay на территории Российской Федерации, она стала партнером этой компании, проживая какое-то количество времени в США, вот, потом стала бизнес-тренером и пришла к нам уже в компанию как дипломированный, скажем так, тренер и специалист в направлении образования и касаемо MLM в том числе. Вот она не то чтобы открыла секрет, а, наверное, скажем так, сказала фразу, которую я от нее услышал. В большинстве стран мира, там в развитых странах Европы, Америки, да, в MLM бизнес приходят люди, более 80% людей, у которых нет высшего образования вообще. Вот. И почему там MLM бизнес, там и сетевой бизнес двигается успешнее? Потому что вот на обучающих мероприятиях компании успешный дистрибьютор говорит, ребята, вот набор действий, который вас приведет к успеху в нашей компании. Первое делаешь вот это, второе делаешь вот это, третье делаешь вот это. И так как у людей нет, скажем так, инвалидизации высшими образованиями в голове, да, они начинают эти действия выполнять, и как ни странно, почему-то они добиваются успеха. Вот. У нас же более 80, даже, наверное, более 90% людей, приходящих вот в такие
партнерские программы, да, с разными компаниями, имеют как минимум одно высшее образование, некоторые два, некоторые три и более. Да? Соответственно, это очень сильно вредит, потому что эти люди не верят в то, что в бизнесе MLM, там, где есть партнерские программы, простые действия могут привести к деньгам, они начинают действия усложнять. Делают эти действия более красивыми, да, обвешивают дополнительными какими-то барсиками, по сути дела усложняют это дело. То есть, если колесо круглое, они начинают его рихтовать молотками, чтобы оно стало немножко горбатым. Да? Потом, скажем так, убирают с него резину, добавляют какой-то другой материал, и в итоге получается далеко не то, что могло бы получиться. Итак, возвращаясь к партнерской программе компании Skyway Capital, скажу следующее. У нас до недавнего времени был маркетинг-план, в котором было 7 квалификаций, 7 уровней карьеры, да, приносящих определенные проценты. На сегодняшний день этих карьерных ступеней всего 5. Вот. И название этих ступенек перечислено здесь на данном слайде, вы, я думаю, многие уже прочитали. Это партнер, консультант, лидер, мастер и эксперт. Вот. Опять же, хочу сказать, что идеальных, наверное, маркетинг-планов, идеальных партнерских программ по большому счету не существует. Я думаю, многие из вас, если вы имеете какое-то отношение к MLM-бизнесу, к партнерским программам, сталкивались с информацией о том, что иногда к нам приходит сообщение, будь то в скайпе, на электронную почту, и человек пишет: приглашаю вас в проект, который начался буквально 25 минут назад. Вы будете одним из первых. И преимущество главное этого проекта то, что все деньги распределяются 100% между партнерами. То есть тут, в принципе, сразу это должно вас насторожить, и вы должны понять, если деньги, которые вы заплатили, сразу распределились, перед, скажем так, между карманами тех, кто был до вас, соответственно, это очень сильно попахивает финансовой пирамидой там, и так далее. То есть, как правило, в любом нормально вменяемом проекте есть какое-то количество денежных средств, которые компания оставляет на то, чтобы вознаградить своих партнеров. И, конечно же, основную часть этих денежных средств идет на развитие своей компании. Вот у нас, например, это идет на строительство экотехнопарка на территории Республики Беларусь. А какая-то часть процентов идет на выплату нашим партнерам-инвесторам, которые помогают нам инвестиции привлекать. А там, где 100% сразу разошлось, то есть на каком-то этапе это должно закончиться. Где-то месяц, где-то год, может быть. Да? Вот Мавроди надо ему... Я не знаю, может быть, где-то ему когда-то поставят памятник. Вот. Он сначала обул нашу страну, потом он обул повторно тех, кто ему деньги принес. Потом они попробовали третий раз это сделать, да. Потом у него, скажем так, возникли МММ в Южной Африке, там, в Юго-Восточной Азии. И вот он даже как бы так написал где-то на РБК, я читал его статью, что он принял активное участие в том, что вот биткоин, да, там, рост биткоина, это как-то связано с его деятельностью. Я не могу это подтвердить, но, тем не менее... Это происходило. Ну, по крайней мере, он так утверждает. Вот. У нас же проект, я думаю, многие из вас понимают. В принципе, можно было бы давать объявления там, в газету, да, пытаться ходить дальше, обивать пороги каких-то телевизионных каналов, прорываться на какие-то передачи и рассказывать про технологию Skyway, искать крупных инвесторов. Вы знаете, Юницкий это делал на протяжении там, 30 лет. Да? То есть он искал инвестиции таким способом. Вот. Но у него не получилось. И Юницкий вместе, скажем, с соратниками все-таки посмотрели на такое понятие, как MLM-индустрия, поняли, что можно выделить какой-то, скажем так, процент тем партнерам, которые смогут проинвестировать денежные средства в технологию, и таким образом простимулировать деятельность этих людей. Мало того, это не просто люди. Вначале в своей основе это были те, кто пришел сюда даже не зарабатывать деньги, которые увидели, что технология, разработанная Юницким, действительно несет огромные перспективы всему человечеству, да? Это касается транспорта, проблемы которого мы сталкиваемся каждый день. Вот я вчера, например, как бы, как вы считаете, метро Московское надежный транспорт? Вот те, кто считает, что надежный, просто поставьте цифру 5. Мне до работы ехать, например, здесь, чтобы с электрички и так далее, 4 остановки. Вот я вчера из-за этого метро опоздал на ту электричку, на которую я как бы успеваю всегда, у меня остается запас времени, потому что 4 остановки я ехал 24 минуты. То есть я вышел на платформу и увидел огни этой электрички. Хотя обычно у меня времени хватает вот так. Стоял где-то там между станциями, на станциях и так далее. Вот это простой пример транспорта, да, из нашей обычной жизни. Итак, коллеги, то есть программа партнерская, которая есть в нашей компании, она действительно была применена с целью того, чтобы вознаградить наших инвесторов, которые поверили в то, что технологию Юницкий хочет реализовать. Мы строим сейчас эти дороги, у нас строится экотехнопарк. И те люди, которые прилагают активное участие в рекламной деятельности, рассказывая про технологии, про перспективы, про то, что будет в недалеком будущем. А вы знаете, мы планируем выйти на мировой рынок транспорта в 2017 году. Да?
и на мировой рынок инвестиций в том же году, соответственно. То есть те деньги, которые вы проинвестировали, начиная с января 2014 года, в 2017 году они уже начнут вам приносить первые какие-то дивиденды, да, это что касается долей компании. То есть, когда мы, скажем так, выйдем на рынок и технологии начнет использоваться в целом ряде проектов, стоимость, во-первых, этих акций будет возрастать, она будет не $1 Соединенных Штатов Америки, а может начинать там добавлять центами больше, больше, больше. Вы, если примете решение, сможете продать часть тех акций, которые у вас будут на руках на тот момент. И при этом заработать, потому что сегодня, вы знаете, да, приобретение пакетов акций по обычному дисконту, или, скажем так, неакционным пакетам, от 53 до 500 раз увеличивается количество денег, которые вы можете сегодня проинвестировать. Итак, коллеги, первая квалификация, которая есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital на сегодняшний день, называется партнер. Вот. До этого, можно сказать, предквалификационный уровень клиент, да, это человек, который по чьей-либо реферальной ссылке зашел на страницу регистрации нашего сайта, ввел свои данные и стал клиентом. И с того момента он стал разбираться в информации, что из себя представляет проект, что из себя представляет технология, задавать вопросы своим наставникам, обращаться в службу технической поддержки нашей компании, задавать вопросы нашим менеджерам отдела информационной поддержки в Москве. То есть это доступно клиенту. Чтобы стать партнером, достаточно сделать одно простое действие. Да? То есть вы ознакомились с проектом, вы еще не купили ни одного пакета акций, да? То есть вы, грубо говоря, как я иногда говорю, шаритесь по личному кабинету компании Skyway Capital, и вдруг заходите в раздел «Реферальные ссылки», и перед вами появляется, скажем так, баннер, на котором написано, для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги в нашем проекте, вам достаточно подписать агентское соглашение. Если вы говорите «Да, я готов», нажимаете кнопку, перед вами открывается агентское соглашение, вы ознакомитесь с его условиями. Внизу этого договора, да, либо агентского соглашения, стоит кнопка, что вы согласны, вы подписываете. Нажимаете эту кнопку, и у вас становятся доступны реферальные ссылки. Что такое реферальная ссылка? Вы ее можете передать тем людям, которые вас окружают, в повседневной жизни, либо в социальной сети какой-нибудь, да, в интернете, в мире интернета. По этой ссылке люди переходят на страницу регистрации, регистрируются, и это ваши партнеры становятся, которые в дальнейшем могут вам принести доход. Итак, партнер, вы нажали на раздел «Реферальные ссылки» в разделе «Инструменты партнера личного кабинета», заключили агентское соглашение, и у вас уже с этого момента есть возможность получать доход. В каком виде? У вас открывается возможность получать проценты от приобретенных пакетов акций людей, находящихся на первом, втором, третьем и четвертом уровне глубины вашей партнерской структуры. Как это происходит? Вы дали кому-то информацию, дали реферальную ссылку, он зарегистрировался, он дал в свою очередь свою реферальную ссылку, под ним зарегистрировался, соответственно, у вас два уровня. Тот человек, который на втором уровне от вас глубины дал кому-то еще, соответственно, уже три и так далее. Количество людей в первом поколении, там, во втором, в третьем, оно не регламентируется фактически, да, и структура вашей команды, она может выглядеть абсолютно по-разному, там, я не знаю, геометрическая фигура, либо, как это сказать, география, геометрия, внешний вид, то есть у вас может быть там 20 партнеров в первом поколении, 3 партнера во втором, 60 в третьем и так далее. То есть вот по количеству партнеров по уровню мы вас не регламентируем. Стали вы партнером, у вас есть возможность получать доход со всего товарооборота, который у вас создается в первом, втором, третьем и четвертом поколении. Проценты вы видите на этом слайде, да? То есть с первого поколения непосредственно за ту работу, которую вы делаете сами и привлекаете инвестиции в наш проект, вы получаете 15%. Купил человек на $100 акции нашей компании, 15 начислились вам на бонусный счет и на акционный. Вы видите внизу, да, то, что вознаграждение выплачивается 100% на бонусный счет и 100% на акционный. С бонусного счета потом вы сможете деньги вывести, либо купить на них акции себе, да, увеличить свой пакет, вот, либо приобрести пакет для себя. С акционного счета вы можете деньги только потратить на приобретение пакетов акций компании Skyway Capital. То есть это как бы подарок компании на сегодняшний момент, да. И воспользоваться вы можете только в одном направлении. Деньги, которые будут находиться у вас на акционном счете, вы тратите на покупку пакетов акций в разделе «Инвестировать» личного кабинета партнера компании Skyway Capital. То есть все достаточно просто. У нас, кстати, этот маркетинг, наверное, немножко проще в плане понимания, хотя и предыдущий был несложный. Вот. Здесь идет привязка процентов к уровню глубины вашей структуры. Соответственно, со всего товарооборота, который на этих уровнях происходит, вы получаете те проценты, которые видите справа. Ну, таблицей, может, это назвать нельзя, хотя почему нет. Итак, коллеги, первая квалификация «партнер». Она вам присваивается после того, как вы подписали агентское соглашение, никаких либо дополнительных условий в этом
случае нет. И вам доступны 4 уровня, с которых вы будете получать соответствующее вознаграждение. Вторая квалификация, которая называется консультант. Здесь тоже не бог весть какие сложные условия, чтобы выполнить эту и стать партнером уровня консультанта. Но первое, вам выдвигается первое условие, это объем личных инвестиций должен составлять не менее $100 США. Вот. Вы можете к этому прийти разово, купив пакет, например, за 130, да? Вы можете к этому прийти за 2 месяца, купив пакет в рассрочку, где вы платите по $50. Вот. И вам после второго месяца уже будет как бы первое условие выполниться. Второе условие. В вашем первом поколении должно быть не меньше 2 человек, которые приобрели пакеты акций от $100 и более. И суммарно весь товарооборот не всей структуры, а именно вашего первого поколения, делаю на этом акцент, потому что в предыдущем маркетинг-плане у нас считался товарооборот всей структуры. Да? Со второго, с третьего, с пятого. Здесь же третье условие – это подсчет товарооборота вашей команды в первом поколении. Так вот, когда товарооборот достиг $500 суммарно, есть 2 человека, которые купили на $100, и вы сами лично купили на $100, соответственно, вы становитесь консультантом. И в этом случае у вас первый уровень также позволяет зарабатывать 15%, второй 5%, третий уже 3%, четвертый 2% и пятый уровень 1%. Точно так же распределение денежных средств идет 100% от положенных заработанных денег на бонусный, на акционный счет. То есть все достаточно просто. Следующая квалификация, которая есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, называется лидер. Здесь условия, может быть, немножко сложнее или, там, скажем так, растут по тому, что вам необходимо проделать. Первое условие. Ваш личный товарооборот уже должен достигать $200 США. В вашем первом поколении должно быть не менее 3 человек, которые точно так же купили на $200 США пакеты акций компании Skyway Capital. И суммарно вознаграждение, точнее, суммарно товарооборот в первом поколении вашей структуры должен достигать уже суммы не менее $2000. То есть все те акции, которые куплены партнерами вашего первого поколения, должны составлять $2000. Но, делаю очень важный акцент, с учетом и вашего же товарооборота. То есть у вас может быть 3 человека, которые купили на $200 всего в первом поколении, да, а вы сами лично купили на 1400, либо там больше, на 2000. Соответственно, вы условия это выполняете, и вам присваивается квалификация лидера. В этом случае у вас первое поколение приносит те же 15%, второе поколение уже 6%, третье 3%, четвертое 2%. И добавляется еще один уровень, пятому это 6%, откуда вы начинаете получать 1%. То есть если ваша структура выросла до 6 уровня, там происходит какой-то товарооборот, вам доступен этот 6 уровень. На предыдущей квалификации доступны только инвестиции, сделанные до 5 уровня. Здесь уже глубже. Скажите, то, что я сейчас говорю, это понятно, сложного ничего нет? Вопросы, конечно, вы зададите потом, но мне кажется, что маркетинг действительно очень простой. Вот. Хотя один вопрос, который здесь пока не задан, да, я его озвучу, потому что мне даже пришло письмо на почту в скайпе, то есть человек хотел уточнить касаемо, скажем так, равных квалификаций и так далее. Об этом мы с вами поговорим. Четвертая ступенька карьеры по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется мастер. Вот. Мастер, фломастер, вы знаете, да, есть выражение. Детские мультфильмы, когда-то советские. Итак, коллеги, чтобы стать мастером, необходимо сделать следующее. Ваш личный товарооборот должен составлять не менее $500 США. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 лидеров. То есть тех людей, которые выполнили предыдущую квалификацию. А вы помните условия, да? Для того, чтобы быть лидером, человек сам должен был купить на 200. И в его первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые сделали то же самое. Суммарный товарооборот вашего первого поколения в этом случае должен соответствовать цифре, либо превысить ее, $5000 США. То есть опять вы помните, мы говорили в старом маркетинг-плане, да, что у нас с квалификационным считается первый уровень, он сейчас стал еще более таким жестким по поводу квалификации вашей последующей. Когда вы стали мастером, у вас добавляется еще 3 уровня глубины, и в этом случае на уровне мастера вы получаете 15% с первого поколения, 7% со второго, а не 6, как это было в предыдущем варианте, 3 с третьего, 2 с четвертого. С 5 и 6 вы получаете по 1% в этом случае, и по 0,5% вы начинаете получать с 7, 8 и 9 уровня вашей партнерской структуры. Это все происходит на квалификации мастер. Вознаграждение, которое вы зарабатываете по партнерской программе, начисляется вам 100% на бонусный счет и 100% на акционный счет. Это квалификация мастер.
То есть четвертый уровень карьеры по маркетинг-плану компании Skyway Capital. И высшая квалификация, высшая ступенька карьеры у нас называется эксперт. Здесь также нужно выполнить три условия. Первое из них относится непосредственно к вам. Объем ваших личных инвестиций, если вы хотите стать экспертом, должен быть не менее 2000 долларов США. То есть вы купили акции единоразово, либо суммарно, на сумму, составляющую 2000 долларов Соединенных Штатов Америки. Второе условие. В вашей структуре должно быть не меньше 3 человек, которые выполнили квалификацию мастер, и очень важно, 2 из них обязательно должны быть в первом поколении. А третий может находиться на любом уровне глубины. Важно, чтобы этот третий мастер не входил в структуру первых 2 мастеров. Да? То есть вы видите, 1, 2. Здесь нарисовано в первом поколении, но я этого мастера мог нарисовать там и в 5-м, и в 10-м. Важно, чтобы он не входил в ветку, либо в команду, либо в структуру тех людей, которые относятся к структуре, ну, которые являются первым и вторым мастером. Так вот, если это все происходит, извините, я сейчас поставлю красным себя в скайпе, и выполняется условие, что товарооборот в первом поколении ваших партнеров, да, достигает 10 тысяч долларов США, вы становитесь экспертом. И вы выходите на высший уровень карьеры, поднимаетесь на высшую ступеньку маркетинг-плана компании Skyway Capital в этом случае, и вам доступны следующие проценты вознаграждения по маркетинг-плану. 15 с первого, как и было, 7 со второго, 3 с третьего, 2 с четвертого, по 1% с пятого и шестого, по 0,5% с седьмого по 9 уровень и по 0,2% с 10 по 20 уровень всей вашей структуры и команды. Вознаграждение также начисляется на бонусный, на акционный счет. Все то, о чем я вам рассказывал, сейчас сведено вот в такую табличку. Да, то есть квалификация всего 5, вы видите уровень партнер, точнее не уровень, а квалификация. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт. Уровень относится к 20 уровням глубины. Если вы выполняете условия соответствующей квалификации партнер, да, вы получаете вот с голубого фона те проценты, которые вам положены в этом случае. Если вы выполняете условия, которые соответствуют квалификации консультант, соответственно, вам добавляется один уровень, и в табличке он здесь отражен, с 5 уровня вы начинаете получать положенный вам процент. Если вы становитесь лидером, то сиреневый, светло-сиреневый фон, 6 уровней глубины вам доступны, вы можете зарабатывать деньги с 6 уровней вашей структуры. Если вы стали мастером, соответственно, у вас 9 уровней глубины. Ну и на желтом фоне вы видите справа 20 уровней глубины, которые доступны эксперту. То есть маркетинг-план, который можно вот выразить действительно одной табличкой. Да? Итак, коллеги, условия, правила, которые нужно выполнить при построении партнерской структуры компании Skyway Capital. То есть вы понимаете условия, да, либо правила, либо то, что соответствует данному маркетинг-плану. Все, что делаете вы и вся ваша структура, оно накапливается. То есть маркетинг-план у нас накопительный. Его можно назвать простым, потому что у вас идет просто четкая выплата процентов с уровней. Если вы достигли какой-то квалификации, соответственно, вы четко понимаете, ага, все, что будет делаться, например, на 5 уровнях глубины, если вы консультант, у вас такой-то, такой-то процент. Ну, кстати, очень удобно в последнее время наши, скажем, специалисты IT-отдела сделали, что если в вашей структуре в глубине что-то происходит, и вам начисляется что-то на бонус, там, на акционный счет, вам приходит смс на ваш мобильный телефон. Если вы не отказались и не убрали галочку в личном кабинете, чтобы вам эти смс приходили. То есть вы видите, да, откуда, из-за какого партнера вам идет начисление и в каком количестве. Как я уже говорил, квалификационным считается первый уровень. Да? Все, что вот первый уровень происходит, оно влияет на вашу квалификацию. Поэтому, опять же, здесь правило такое, если вы решили строить серьезный бизнес, если вы приглашаете людей, даете им реферальную ссылку, люди согласились вместе с вами сотрудничать в этом бизнесе, лучшее, что вы можете сделать в этом случае, это зарегистрировать людей под себя. Потому что иногда мы начинаем дарить наших партнеров, у нас может быть подписано какое-то количество наших горячо любимых родственников, которые ничего не хотят делать, да, вы не являетесь для них авторитетом, вы им хотели сделать подарок, и даже некоторые купили за свои деньги кровные для них какие-либо пакеты акций. То есть не подставляйте под них людей, да, расширяйте свою партнерскую структуру в первом поколении, потому что у нас ограничений в этом нет. Зарабатывайте максимальные деньги именно с первого поколения, и именно из тех людей, которых вы пригласили за собой, выявятся те, которые захотят здесь зарабатывать деньги. Да? Соответственно, они будут расти, они будут покупать пакеты для себя,
и они будут вас продвигать по этим 5 ступенькам карьеры. Условия по выводу денег с вашего бонусного счета. Минимальная сумма, которая должна быть на бонусном счете, должна быть не менее $30 США. То есть $30 накопили, у вас появляется возможность вывода. Условия роста квалификации, вы поняли, да, это объем ваших личных инвестиций и объем привлеченных инвестиций вашими партнерами в первом уровне. Если раньше общий объем был, то сейчас в первом уровне. Действительно, минимальная сумма для того, чтобы здесь зарабатывать серьезные деньги, может составлять всего $15 США. Даже если вы купили в дальнейшем пакет на $15, даете информацию людям, которые приходят следом за вами, следом за теми людьми, которые пришли, то есть вы можете выбирать, ну, как минимум 4 уровня карьеры, да, оставаясь на квалификации партнер. Если вы не хотите увеличивать свой, скажем так, портфель инвестиций в нашем проекте, то на уровне партнера вы будете находиться всегда, и с 4 уровней вы будете получать какое-то вознаграждение с тех денег, которые люди инвестируют в наш проект. У нас нет необходимости квалификацию подтверждать. То есть были вы партнером, перешли вы на квалификацию консультант, то есть не делая каких-то серьезных телодвижений, да, и неимоверных усилий. Соответственно, никогда вы уже не станете партнером, и вы будете выбирать с 5 уровней глубины положенные проценты. Вот. Вверх дальше вы можете расти, ниже падать нет. В огромном количестве партнерских программ, свыше 90, наверное, процентов партнерских программ, требуют какие-то усилия предпринимать либо ежемесячно, либо раз в квартал, либо раз в полгода, либо хотя бы раз в год, для того, чтобы за вами сохранялась та квалификация, чтобы вы не падали вниз. Огромное количество партнерских программ требует это делать ежемесячно. И там есть жесткие условия по личным инвестициям, либо по инвестициям всей группы, да, либо и то выставляется. Невыполнение какого-либо условия сулит вам уменьшение дохода с партнерской структуры, и вы можете терять, скажем так, свою квалификацию. Барсиков, погоны ваши становятся, да, то есть получили вы капитана, например, да, а потом не выполнили условия, вас взяли, разжаловали до старлея. Потом могут так до лейтенанта и так могут до рядового в итоге, да, если вы не активно строите структуру в какой-либо компании. Здесь у нас такого не происходит. У нас высокий процент выплат с первого поколения, то есть 15% от любой инвестиции, которая будет под вами в первом поколении, вы всегда будете получать. И процент с вознаграждения с глубины вплоть до 20 уровня от 0,2% до 7%. Нет ограничения по количеству партнеров, которые я вам сказал, в первом поколении, которые вы можете пригласить за собой. Да, то есть, но только главное, чтобы вы соизмеряли свое время, которое готовы затрачивать на развитие нашего проекта. Да, и чтобы у вас активных людей, одновременно, например, строящих структуру и зависящих от вас, потому что они ничего не умеют и будут трясти вас, да, научи меня что-то делать. 4-5 оптимально. Потом, если вы научили такое количество людей делать простые шаги, которые делаете вы можете взять себе там еще двоих-троих, научить потом еще двоих-троих. Но вот ограничить вас в каком-то количестве партнеров, которые вы можете пригласить за собой, никто не может. Из первого поколения вы получаете максимальный процент. То есть, наверное, еще одно там важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Все-таки, если вы приняли решение строить партнерскую структуру, я вот вам настоятельно рекомендую не просто так подписывать людей под себя и ломать дальше горяным огнем, а научиться все-таки делать какие-то шаги и обучить какое-то количество партнеров делать первые шаги и зарабатывать здесь деньги. Да? Не сваливайте все на работу нашего отдела информационной поддержки. Ну, это, во-первых, будет некорректно, это будет, наверное, не совсем правильно или совсем неправильно, лучше сказать. Вот. Если вы предпринимаете сами какие-то усилия, обучаете других, у вас быстрее начнет получаться в нашем бизнесе, чем вы просто будете раскидывать, скажем так, миллионным количеством эти ссылки везде, где их можно засунуть в интернете, да, в надежде на то, что на вас сейчас прольется денежный дождь, град золотых монет, да, либо вас придавит, скажем так, плитой из золота. Такого не произойдет, поверьте мне. Если вы сами, скажем так, машете на это все рукой, если вам абсолютно все равно, как это все будет двигаться, то к вам будут притягиваться такие люди, которым все равно не захочется зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке. Иногда будут появляться кто-то, но не факт, что они чего-то там проплатят и так далее. Дальше. Бонусное вознаграждение, как я вам говорил, начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусный акционный счет. Как уже было сказано, акционный счет у нас создан как подарочный, и с него вы можете только приобрести пакеты акций. Бонусный счет, вы сами вправе распоряжаться деньгами, которые там будут. Вы можете на них купить акции дальше, да? Вот. Если у вас есть какой-то мощный источник дохода помимо нашего проекта, соответственно, вы можете просто деньги из бонусного счета тратить на покупку акций. Если же вы строите серьезную партнерскую структуру у нас здесь, создаете серьезный бизнес, то вам на бонусный счет приходят большие суммы денег. Конечно же, вы захотите выводить денежные средства с бонусного счета. И, в принципе, ничего вам тоже плохого нет. Да? Потому что есть вы, есть ваши семьи,
есть какие-то вопросы, которые нужно решать вместе с семьями и так далее, и так далее. Ну и вот наш бизнес позволяет вам создать большую партнерскую структуру и зарабатывать серьезный доход. Вот таким вот образом. Теперь, наверное, имеет смысл поделиться рабочим столом и показать, что у нас есть в личном кабинете касаемо партнерской программы. Вот кто не знает, что у нас в личном кабинете недавно появилась информация по партнерской программе и не знает, где она находится, поставьте опять же циферку 1. Я просто сейчас открою экран, поделюсь рабочим столом, вот, и покажу вам, что у нас и где находится. Если, конечно, такое желание есть. То есть единицу никто не ставит, в принципе, тогда мы, наверное, не будем этого делать, да? Правильно я вас понимаю? То есть никому это не нужно. А может, я вас усыпил всех там на том конце компьютера, да? Нашей связи, нашего телемоста. Хорошо, коллеги, я вижу, что несколько человек откликнулось. Давайте я сейчас нажму кнопочку «Открыть рабочий стол». Вот Петр знает, я знаю, Петр, вы один из первых, наверное, кто разбирается во всех новшествах. То есть, в принципе, для вас-то не будет какой-то новой информации. Но у нас есть люди, которые наверняка не так хорошо все знают в личном кабинете. Кстати, по средам у нас проходят вебинары, касаемые непосредственно личного кабинета партнера компании Skyway Capital. И по средам те, кто плохо ориентируется в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, могут посещать вебинары и ознакомиться с информацией. Что я вам сейчас хочу показать? Вот то, что я вам рассказывал, можно найти в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Вы зашли, например, на главную страницу, у нас есть слева панель, да, на которой вы находите инструменты партнера и кликаете по кнопке, точнее, по надписи «План вознаграждения». Нажав на «План вознаграждения», у вас открывается страничка нашего сайта, на котором те квалификации, о которых я рассказывал, кнопочки есть по каждой квалификации, отражаются на рабочем столе. Здесь написаны условия, да, присвоения квалификации и тот процент, который вы получаете на каждом уровне. То есть вот нарисован рисунок, партнер, какие проценты он получает, распределение дохода. И что очень важно, здесь же вы можете скачать описание текстовых маркетинг-планов себе на компьютер в формате PDF, да. А если вы планируете строить партнерскую структуру и вам кому-то надо рассказывать про маркетинг-план компании Skyway Capital, вы можете скачать презентацию. Вот те слайды, которые я вам сейчас показывал. Добрый день. Вы можете скачать себе на компьютер и в дальнейшем их использовать для построения своей партнерской структуры. Вот это раздел личного кабинета, который касается нашей партнерской программы. Вторая квалификация, здесь вы видите, консультант. Да? Кликнув на вторую кнопочку «Консультант», вы можете найти описание условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы стать консультантом, и те проценты, которые распределяются консультанту с тех уровней, которые ему доступны. Также вы можете скачать описание маркетинга в формате PDF и слайды презентации. Итак, касаемо каждой квалификации, о которой я вам сейчас рассказывал, то есть эту информацию вы можете теперь найти в личном кабинете. Ну, я думаю, большинству из вас это позволит это использовать как инструмент. Те, кто забудут, например, какие-то положения партнерской программы, они смогут их здесь легко найти. И, наверное, раздел инвестиций, на котором я хотел бы еще обратить ваше внимание. Надеюсь, что практически большинство из вас этой информацией владеет. Здесь вы видите пакеты акций, которые сегодня можно приобрести самому, либо дать информацию вашим партнерам. То есть у нас сохранились пакеты старт и стабильный. Для приобретения пакетов акций в рассрочку, то есть в течение 10 месяцев вы можете ежемесячно платить незначительную сумму в размере $25 и на выходе получить 32 500 акций компании Skyway Capital. Если ваш, скажем так, доход позволяет ежемесячно оплачивать $100 в месяц, и заплатив за все это время, за 10 месяцев, $1000, то на выходе у вас будет 220 тысяч акций компании Skyway Capital. Соответственно, уровень доходности на этом пакете выше. Да? Здесь 220 дисконт составляет, на первом пакете старт 130. У нас недавно добавились на этой неделе два пакета. Один из них называется Senior. Рассрочка на 6 месяцев. Вот. Вы можете оплачивать, скажем так, $50 ежемесячно. Первые два месяца за вами будет забронировано в итоге 10 тысяч акций. Следующие два месяца, третий, четвертый, если оплачиваете по $50, за вами бронируется 25 тысяч акций, дополнительно к тем, что уже были. И если вы еще оплачиваете пятый, шестой месяц, соответственно, суммарно у вас будет 65 тысяч акций. Дисконт на первой блоке этого пакета составляет 100, на втором 250, а на третьем 300. И у нас есть пакет бизнес, который позволяет вам приобретать пакеты акций в рассрочку в течение 9 месяцев, ежемесячно оплачивая по $200 США.
Суммарно за все это время вам будет начислено 450 тысяч акций, и плюс компания в подарок вам начислит на премиальный счет 90 тысяч акций компании Skyway Capital, что в итоге вам даст 540 тысяч акций нашей компании. И есть пакет юбилейный, да, который позволяет единоразово заплатить сумму $1000 США, вот, и при этом не только получить пакет 300 тысяч акций нашей компании, уровень доходности, дисконт здесь составляет 300, но также еще вам будет выслана памятная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. Да. Кстати, торжественная процедура закладки нулевого километра состоялась 17 октября 2015 года на территории Республики Беларусь, в Минской области, в Пуховичском районе, то есть на территории нашего экотехнопарка. Также у нас сохранен пакет стоимостью $250, если вы единоразово приобретаете на эту сумму пакет акций в разделе «Инвестировать личного кабинета партнера компании Skyway Capital», то вам будет начислено 32 500 акций нашей компании. По сути, это то, что я вам хотел рассказать на нашем сегодняшнем вебинаре. Я возвращаюсь в нашу вебинарную комнату, останавливаю трансляцию рабочего стола. И теперь, наверное, я готов выслушать те вопросы, которые у вас есть. Знаете, Людмила, то есть что касается несовершеннолетних, да, то есть раньше у нас было позволено оформлять данные пакеты из своего личного кабинета, да, на кого угодно, то есть на родственников, друзей, знакомых, соседей там, и так далее, и так далее. Сейчас, в принципе, это возможно, только единственное, если вы хотите приобрести на кого-то несовершеннолетнего, значит, на него нужно заводить отдельный аккаунт, и при покупке пакетов акций вы на себя берете ответственность, то есть при загрузке, при договоре нужны будут ваши документы, так как вы являетесь там, ну, опекуном, да, этого человека, то есть кто принимает решение за него до момента совершеннолетия. Вот таким вот образом. Так, можно ли оплачивать по спецдисконту на 1, 2 и более месяцев вперед и, соответственно, в эти оплаченные месяцы не платить? Да, Петр, именно так. То есть вы можете, например, зайти в раздел рассрочки, заплатить сначала первый единоразово за первый месяц, да, а потом зайти, если у вас есть денежные средства, например, оплатить еще вперед 3 месяца. Вот. И потом не ломать голову до 5 месяца, когда вам нужно будет платить положенные деньги. То есть данный сервис это предусматривает. Мало того, в принципе, всем людям предоставляется возможность погасить рассрочку досрочно. То есть вы можете сделать, скажем так, 2, 3, там, 4 платежа, оплатить всю сумму, и по окончанию вашей выплаты вам будет начислено тот, скажем так, количество акций, которое действует под оплаченные вами рассрочки. Так, какие еще есть вопросы, коллеги? Знаете, Светлана, вот у меня смс приходило буквально несколько дней назад. Вот. Поэтому я этот вопрос уточню, но сервис у нас работает, поэтому я не занимаюсь активным построением структуры, сразу хочу сказать, но иногда просто мои знакомые, которые приобрели для себя какой-либо из пакетов акций нашей компании, приобретают их дальше, да, то есть приобретают для себя какие-либо пакеты, и вознаграждение приходит, и приходит смс. Так, ну вот я только что про это рассказал, Людмила написала. Петр, я одно могу сказать по поводу вопроса. Вот Петр спрашивает, на какой период зафиксирован курс 75 рублей за доллар. Ну вот сейчас я ответить именно точно не готов. Я знаю, что вчера было принято это решение, да. Вот. Вы знаете, что ситуация на рынке может происходить, валюта абсолютно любая. Вчера вот доллар, например, выскакивал за 85, потом опустился до 83, сегодня там 82 и так далее. Ну, компания идет навстречу, да, нашим партнерам. Вот. Елена, ну, наверное, обратной силы программа иметь не будет. То есть, да, что если вы оплатили по курсу 80 на тот момент, который был, вот. Причем, вы знаете, вот курса 80, я знаю точно, в компании Skyway Capital не было однозначно. Максимальный курс у нас был 78. Это было вчера, и вот его снизили, да. Если он дойдет до 100, ну, есть ли смысл удерживать этот курс на уровне 75? Мы же тоже все-таки хотим строить, да, экотехнопарк, и нам инвестиции мы привлекаем для того, чтобы эту технологию продвинуть. Ну, я не думаю, что это будет долго удерживаться на уровне 75, если курс перевалит за 100. Ну, давайте, вы являетесь нашими инвесторами, да? То есть вы тоже заинтересованы в том, чтобы, скажем так, наша технология продвигалась, и в сроке мы все сделали. А курс вы хотите, чтобы был минимальный. Ну, это, наверное, не совсем логично, потому что стоимость работ
тоже же возрастает, да, который необходимо выполнять. Стоимость оборудования растет, на месте тоже не стоит. Вот. Поэтому курс 30, например, мы удерживать ну, не можем. И 75 долго, да? Хорошо, если он снизится. Я думаю, все за это будут, скажем так, ратовать и так далее. И никому хуже не будет, если доллар будет 60, 50. Вот если он будет соответствовать рыночной стоимости и прочее. Ну, то, что вы за нас, это хорошо. Был когда-то фильм «День радио», может, кто-то из вас смотрел, да? То есть мы все за тебя. А кто-то там самый за тебя говорит. Какие еще есть вопросы, коллеги? Ну, хорошо, что все понятно. Действительно, маркетинг-план прост. А, я, наверное, хочу еще добавить один. Задавали люди вопросы, например, такие, что вот если я, допустим, достиг квалификации консультант, да, у меня в третьем поколении моей структуры будет партнер, который, например, достиг квалификации лидер. Вы знаете, ничего страшного не произойдет. Вы как получали свои положенные проценты с 5 уровней вашей структуры, вы так и будете получать. Вот. Соответственно, со структуры лидера вы будете добирать до второго поколения глубины структуры этого человека, если он у вас в третьем поколении. Вот и все. У нас маркетинг сейчас, скажем так, привязан именно к выплате конкретного процента с конкретного уровня. Вот и все. Да, Светлана, что касаемо пакета за $1000, который называется юбилейный, если вы его сейчас приобретете, то вы затратите на приобретение данного пакета 75 тысяч рублей. Не 82, да, которые сейчас вот есть там на бирже. Я, кстати, сегодня на РБК не заглядывал. Вот, стараюсь не дергать. Ну, хотя, в принципе, по деятельности надо заглядывать иногда на экономические форумы и смотреть, что происходит с экономикой в целом. Кстати, и транспортной отрасли отдельно. И я могу вам порекомендовать тоже сайт rbk.ru. На нем периодически дают информацию и о развитии транспортной отрасли в том числе. Поэтому, если у вас есть время, если вам интересно это направление, заходите на этот сайт и получайте определенный объем информации. Не ленитесь. Итак, коллеги, если вопросов больше нет, то мы можем с вами сегодня уже закончить наше мероприятие. Единственное, еще хочу добавить следующее. Да? Смотрите, у нас сегодня в 19 часов в нашей вебинарной комнате состоится вебинар Григория Мирошниченко, который является специалистом по построению партнерских структур. Он знает огромное количество методов и способов, как правильно это делать, как, скажем так, помогать нашим партнерам зарабатывать деньги по партнерским программам и так далее. Поэтому я вам рекомендую сегодня в 19 часов по московскому времени быть на данном вебинаре, вот, и получить информацию, которая будет дана на этом вебинаре. Далее, завтра у нас в 12 часов по московскому времени будет вебинар, который будет проводить Павел Ванылов, да, это тоже один из активных партнеров нашей компании. Он будет рассказывать и о технологии Skyway, и тоже, скажем так, о том, что из себя представляет технология, немного более подробно, чем мы это рассказываем на обычных презентациях для наших потенциальных новых партнеров, поэтому следите за этой информацией. Уже сейчас готовится расписание и будет сегодня сделана рассылка на электронные адреса по базе компании Skyway Capital, мероприятия, которые будут на следующей неделе. И в воскресенье в 15 часов, скажем так, любимый многими вебинар, который проводит Александр Мунко, где он будет рассказывать про и про технологию, и про новости в развитии, скажем так, технологий различных. Это называется семейные встречи. Опять же, на этот вебинар вы тоже можете приглашать тех людей, которые каким-то образом проявили инициативу. Что касаемо Павла, нет, Людмила, вебинар будет в субботу в 12 часов. В воскресенье не запланирован вебинар, но, по крайней мере, в расписании компании Skyway Capital этого вебинара на воскресенье нет. На этой неделе в субботу, как и на прошлой. Есть какие-то еще вопросы, коллеги? Что касаемо, главное, чтобы был приток денег для строительства, да, я с вами абсолютно согласен. То есть нам нужно строить, нам нужно выводить технологию. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Всем хорошего завершения рабочих дней на этой неделе, да, отличного субботы и воскресенья, настроения, хороших зимних дней. Те, кто сидел целыми днями, скажем так, не выходил на улицу, сходите на улицу, поездите на лыжах, на коньках, займитесь чем-то на свежем воздухе. Вот. Что, кстати, будет способствовать тому, что вы не заболеете гриппом. Потому что низкие температуры не очень любят вирусы. Вас я благодарю за внимание и до встречи на следующей неделе в
понедельник в 17 часов мы будем проводить презентацию.